Глубоко уважаемые дамы и господа, мы уверены здесь, вот за этим столом, что вы немножко подкрепились, и хотя ряды немножко поредели, но, наверное, восполнится это все. А мы будем работать в соответствии с планом, и как нас учил Алексей Степанович, мы будем строго следовать параметрам временным, отпущенным. Единственное, просил бы вас обратить внимание, что программа была выстроена таким образом, что сначала очень активно обсуждалась хирургическая часть, потом мы перешли к радиойод-терапии лучевому этапу лечения, если он возможен. И теперь у нас, можно сказать, терапевтическая часть и то, что особенно интересно, это описание клинических случаев. Все это оставляет нам возможность, когда будет круглый стол, так называемый, но это фактически будет продолжение той дискуссии, которая уже началась после первого заседания. Итак, первое сообщение, озаглавленное «Химиотерапия рака щитовидной железы. Современная тактика», сделает Елена Викторовна Ткаченко. Пожалуйста, Елена Викторовна. Институт онкологии имени Петрова, Санкт-Петербург. Добрый день, коллеги. Ну, во-первых, мы все поняли по результатам нашего утреннего заседания о том, что в принципе лечение рака щитовидной железы определяется в основном морфологической ее структурой опухоли и ее стадией. И сразу же хочу сказать, что на самом деле ни золотого, ни серебряного стандарта для химиотерапевтического лечения рака щитовидной железы не существует. Существует только опыт различных клиник, существуют различные рекомендации, и существует больных мало, больных на самом деле мало, и стандартов ни NCCN не существует. Все звучит как рекомендации. И сразу же хочу сказать, что при раке щитовидной железы подлежат химиотерапевтическому лечению только анапластический и медулярный рак. И, естественно, большей частью это первичная неоперабельная опухоль и диссеминированный процесс. Наиболее частоты ремиссии, наибольшей частоты ремиссии, так же, как и у радиологов, удается добиться при наличии метастазов в легких. И существует мнение, что если при анапластическом раке щитовидной железы химиотерапия оказалась эффективной, то выживаемость может увеличиться с 3-5 месяцев до 15-20 месяцев. При очень плохом прогнозе это тоже хорошие цифры. В основном применяют препараты доксорубицин, цисплатин, блеомицин, этопозит и таксаны. И каждый из этих препаратов применяется как при анапластическом, так и при медулярном раке. Опять же, при последовательном назначении этих препаратов возможно значительное увеличение продолжительности жизни пациентов. И комбинированная химиотерапия или химиолучевая терапия позволяет достичь длительной стабилизации и в некоторых случаях частичной или полной ремиссии. Хочу сказать, что стабилизация для метастатического процесса – это тоже очень хорошо. Пациент жив, если качество жизни его сохранено, то это тоже эффект. И наибольшим применением и наибольшей эффективностью обладает доксорубицин, который применяется в различных режимах раз в 3 недели, еженедельно. И по данным, например, СКИЛа, объективный эффект в среднем наблюдается у 37% пациентов с диссеминированными опухолями щитовидной железы. Эффективность препарата зависит от гистологического типа опухоли. Выше она при медулярном раке и ниже, несколько ниже при недифференцированном. Иногда для достижения эффекта дозу доксорубицина приходится увеличивать, при этом увеличивается кардиотоксичность. Кардиотоксичность можно снизить, применяя пиробицин, но опять же тогда его нужно применять в больших дозах и в более длительное время. Также препараты используются гемцитабин, таксаны в различных режимах. В комбинированном режиме чаще всего используется цисплатин с доксорубицином, и эта комбинация более эффективна, чем доксорубицин, если состояние пациента позволяет, и при проведении таких режимов у 12% пациентов достигаем полной ремиссии, и многие из них живут более 2 лет. Переносимость режима достаточно умеренная, если правильно проводить лечение. В рекомендациях, РОНЦевских рекомендациях под руководством
Переводчиковой и Горбуновой, датируемых уже в 2015 году, появились рекомендации по комбинации доцетоксела с доксорубицином. У СКИЛа, опять же, есть рекомендации поликомпонентные из 3 и 4 препаратов, состоящих, эффективность описывает 36 и 64%. В рекомендациях московских, они называются «Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных опухолей» под редакцией Чисова, рекомендуется несколько схем в комбинации все тех же препаратов: доксорубицин, цисплатин, фторурацил, блеомицин и фосфамид, докарбазин в различных вариантах. Мы говорили уже о комбинации с лучевой терапией, докладчики до меня. При применении доксорубицина с лучевой терапией увеличивается медиана выживаемости больных недифференцированным раком щитовидной железы. И также есть сведения о том, что комбинация карбоплатина с эпирубицином и в сочетании с рекомбинантным тиреотропным гормоном и Т4 также может улучшить отдаленные результаты лечения. Для лечения медулярного рака щитовидной железы в основном применяются те же самые препараты. Была надежда в свое время на октреотит и имотинип, надежды не оправдались на них. Но вот в сборнике «Рак щитовидной железы» наших авторов, Румянцев Ильины, нашла схему, например, комбинация фторурацил, докарбазин, стрептозитоцин. Я не применяла никогда, не могу сказать ничего. Ну и наилучшим, оптимальным вариантом на сегодняшний день считается режим паклитоксел, но 175 мг на метр квадратный еженедельно, 3 недели подряд с интервалом в 1 неделю. Режим жесткий, требует хорошего сопровождения колонии стимулирующими факторами, тщательного наблюдения за больными и рестодирования после каждого введения. Напоминаю, что чаще всего мы используем паклитоксел 175 на метр квадратный раз в 3 недели. Это фактически в 3 раза увеличивается. Это рекомендации Боядзица, но перевод Тюляндина и подобное, опять же, можно считать, что это рекомендации Ронца. Также существуют рекомендации о сочетании, о проведении неоадъювантной и адъювантной химиотерапии доксорубицином, сочетании по переменам с лучевой терапии, с циторедуктивной операцией. Режим А и Б предлагается, разница у них только в суммарной дозе доксорубицина. И вот авторы говорят о том, что у большой части пациентов такой режим позволил перевести нерезектабельные опухоли в резектабельное состояние. Ну, существует большое количество пациентов с высокодифференцированным раком щитовидной железы. У них, в свою очередь, развивается резистентность к терапии радиоактивным йодом. И применение химиотерапии у таких пациентов, к сожалению, не целесообразно, не приводит ни к каким хорошим результатам. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, эффективность химиотерапии при раке щитовидной железы в целом можно расценивать как среднюю, поэтому, естественно, ведется поиск новых препаратов и хочется надеяться на то, что они дадут нам ожидаемый эффект. Следующие авторы расскажут, докладчики нам расскажут о них. Спасибо. Поскольку понятно, что анапластическая карцинома более сложное заболевание, и вы подчеркивали, что кое-какие успехи достигнуты были при медулярной карциноме, то это выражалось в каких-то клинических подвижках или по уровню кальцитонина тоже можно? Нет, описывается продолжительность жизни и безрецидивный период, да. И, например, таких работ нет, где бы было сказано, что ответ зависит от того, каким был исходный уровень кальцитонина. Нет. Такого нет, да? Вопросы? Спасибо большое. Спасибо.
простите, да, Светлана. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, вы очень долго работали в городском диспансере практической онкологии. Как часто вы видели больных с этой патологией, распространенными формами, и какие режимы химиотерапии чаще всего использовали? Ну, начну со второй части. Доксорубицин, цисплатин. На первую часть вопроса отвечу короче. В институте таких больных больше. Гораздо больше. Вот немножко, может быть, вопрос не по теме, но часто интересуются, иногда такие больные попадают. Если речь идет о лимфоме щитовидной железы, то как вы относитесь? Как традиционно к лимфоме? Я считаю, что надо лечить как лимфому. Да. Все понятно. Спасибо большое. И этот доклад только подчеркивает, насколько важно, что пришли новые препараты, и насколько жалко, что мы не очень хороший доступ к ним имеем, но все равно мы о них тоже поговорим.